Благодарю также всю свою команду за эту победу. Она получилась тяжелая, да, где-то в начале матча мы просто не использовали свои моменты, и из-за этого счет был на табло. У нас было практически 3-4 100% момента, и, к сожалению, мы их не использовали, а соперник, наоборот, использовал. И на второй тайм ушли, до первого тайма, то есть ушли за делом минус 2. И после этого как-то поговорили в раздевалке и пришли к такому, что нужно показывать характер. Мало мы игр вытащили, таких, где проигрывали, то есть пора уже, и с грандами такими, как Дина. Вот получилось. Просто в первом круге тоже у нас такой был матч. Дина, мы выигрывали Дину там со счетом в 3 мяча, и в концовке они нас зажали и выиграли. А сейчас им вернулось с бумерангом, и теперь мы их выиграли в концовке. Где-то авантюрные такие, где-то пошли в прессинг, и за счет этого и гол забили, считай. Если бы мы не пошли в прессинг, там, когда играли 5-4. То есть, видите, смелость вся, она помогла нам. И впредь, думаю, эта игра нам будет большим уроком, что главное – это стремление и желание. А остальное там уже придет. Ну, не могу сказать, что что-то такого не хватило, чего мы не отрабатывали. В принципе, все были готовы к игре, настраивались, знали все какие-то сильные стороны КПРФ. Ну потом вот какие-то голы пропустили, там дали сравнять счет, потом четвертый залетел такой нелепый, можно сказать. Ну а пятый уже, конечно, мы и четвертый уже рисковали, когда выпускали пятого. Ну не повезло немножко, потому что у нас команда играет на победу, но сегодня не получилось. Будем завтра стараться исправиться. Сейчас есть время посмотреть какие-то неточности, недочеты наши, разобрать. У нас тренера все разберут нам, объяснят, расскажут, а мы завтра выйдем, должны будем выполнить это и все. Команда хорошая, как бы и состав такой добротный, и тренер хорошо работает, видна его работа. Ну, молодцы, что сказать, будем работать и будем стараться завтра исправиться и выиграть.